Сегодня мы с вами поговорим о том, как написать хорошее, качественное Node.js-приложение. Меня зовут Галкин Никита, я системный архитектор. Так вышло то, что в рамках своей презентации я буду говорить о Node.js как моем основном инструменте. Я использую его чаще всего для того, чтобы делать микросервисы. Иногда это бывают CLI-тулы, иногда это бывают какие-то боты или воркеры. Я хотел бы начать с того, чтобы узнать, а какие ваши ожидания? Может быть, кто-то из вас скажет вслух, и один из этих ответов будет для того, чтобы определить, кому раздавать призы. Может быть, кто-то задумается на секунду, но самое главное, когда вы приходите на какой-то из митапов, у вас же есть какие-то ожидания. Если вы не ждете ничего, вы ничего унести не сможете. Вот посмотрите на эту картинку. Как вы думаете, что они делают? Строят? Хорошо. А у кого какие другие идеи? Что они делают? Фотографируют. Кирпичи. Отлично. А так вот, на самом деле, если вы посмотрите на эту картинку внимательно, каждый из них пришел из кучки Лего взять недостающий ему. Вот это моя трактовка этой картинки. Я думаю, что с этого мероприятия каждый из вас унесет что-то свое. А для того, чтобы помочь вам это сделать, чтобы вам было это проще, я вам подготовил вот такой вот маленький короткий список, что стоит сделать. Во-первых, составляйте заметки, потому что если вы их не составите, вам нечего будет унести. Вы унесете только в памяти, и вы многое забудете. Во-вторых, задавайте вопросы. Когда закончится это мероприятие, или, может быть, в кулуарах, делитесь идеями, которые здесь есть. Но, естественно, проверяйте то, что говорят спикеры. Потому что мы очень часто можем говорить что-то, что вы поймете не так. Или что-то, что мы сами не проверили и скопировали без проверки. Поэтому проверяйте, пробуйте. Вот. Ну и самое главное, все-таки делайте заметки. Может быть, вот эта вот штука, вот эта вот привычка, которая у вас появится сейчас, в корне может поменять эффективность конференции митапов, которые очень часто на самом деле считается не самым эффективным инструментом для обучения. Поехали. Мы начнем с вами эту презентацию, это путешествие в мир качественных Node.js приложений с вопроса, а что же такое качество? Ответов на этот вопрос бывает много. А мне больше всего нравится вариант ответа, данный вот в этой вот книге «Факты и мифы разработки программного обеспечения». Автор Роберт Гласс выделяет 7 атрибутов качества. Эти атрибуты на самом деле интересуют разных членов команды. Портируемость в первую очередь интересует DevOps-инженера, потому что если вы ему не дадите портируемости, он не сможет это задеплоить. Это работает только на вашем компьютере, и когда будет вопрос, а почему это не работает, как ожидалось, разработчик из 90 говорит, ничего не знаю, у меня все работает. В наше же время мы отправляем это в Git. Мы ожидаем, что у нас создастся артефакт и прочие вещи. Об этом мы поговорим. Вот. А продукт оунера или бюджет оунера, заказчика, одним словом, его интересует функциональность, ретлабилити, что приложение делает именно то, что должно быть. Системного архитектора интересует эффективность, юзабилити дизайнера, тестируемость инженера по quality assurance. Вот. Но нас, как разработчиков, нас на самом деле интересуют вещи, которые отвечают за maintainability. То есть, насколько код понятен, и насколько его вообще можно модифицировать. Может быть, ты тронешь этот спагетти-код и испачкаешься в какашку. Все знают такие проекты, да? Вот для того, чтобы у вас такого не было, давайте начинать. Мы начинаем с maintainability. Каждый из атрибутов я попробую изобразить с помощью какого-то ниндзя. Вот мы на самом деле, когда изучаем чужой код, мы в первую очередь его читаем. И чем старше проект, тем больше мы на самом деле читаем код. И тем меньше его пишем. На самом деле, если вы стартуете новый проект, вам не нужно писать новый код, вам нужно запустить генератор, но об этом немножко позже. Итак, что я рекомендую делать для того, чтобы ваше приложение было более легче читаемым? В первую очередь, используйте код стайл. Если у вас на проекте нету код стайла, если вы не используете автоматическую проверку S-линтом, начните это использовать. Вот это вот один из экшн-поинтов, которые стоит записать, потому что если вы не используете S-линт-рулы, у вас нету автоматической проверки, и вы не используете
SLint Autofix, то, скорее всего, у вас на этапе код-ревью очень часто будут комментарии из разряда: а тут отступ должен быть другой. Не тратьте на это время. Это должен делать SLint за вас. Вообще, если посмотреть, линтинги появились в то время, когда C был основным языком разработки, и просто было слишком накладно брать и каждый раз все компилировать. Нужна была быстрая компиляция, а для отлавливания ошибок нужно было сделать более длительный процесс билда. У нас на самом деле в JavaScript нету процесса билда, у нас исполняемый код. Поэтому вполне возможно, что вы будете использовать TypeScript для того, чтобы повысить вашу читаемость кода. Более подробно о код-стайле и насилии есть отличный доклад от Антона Немцева. Вот, вы могли его увидеть, у него такие характерные дреды. Посмотрите, рекомендую, шикарный доклад. Еще одна из деталей, которую стоит принимать во внимание, это какую парадигму написания синхронного кода в Node.js-приложении вы используете. У вас на экране видны, и я вам скажу честно, я, например, испытываю боль, когда мне приходится работать с асинхронным кодом, который написан на генераторах. Вот просто глаза начинают кровоточить. Поэтому в примерах, которые я вот вам написал, это на кулбеках. Это, соответственно, на промисах. А вот это тут пример на async await'ах. Если вы еще не начали в ваших Node.js-приложениях использовать повсеместно async await'ы как единственный подход для того, чтобы написать асинхронный код, я вам настоятельно рекомендую, начинайте использовать async await'ы, потому что код будет наиболее читаемый. Но самое главное, по своему проекту не используйте сразу же несколько парадигм, потому что код иначе будет неконсистентный. Его читать будет сложно. Еще одна из вещей, которую я рекомендую сделать, это для того, чтобы было понятно, что делает ваш код, потому что, еще раз, maintainability — это то, чтобы ваш код был понятен, без каких-то комментариев. То есть, если вы читаете код вашего коллеги, и у него через строчку идут комментарии, это значит, что он сам не понимает, как работает его код, и нужно переписать код. Самое сложное в программировании — это что? Это абстракции и именования. Если вы прошли этот этап, который проходит на самом деле любой человек, который работает с доменной областью, ваш код будет понятен самостоятельно. Но в JavaScript, к сожалению, не всегда понятно, а что же должно войти во вход функции. Какие аргументы должны быть и какого типа. И какие должны быть выходные параметры. Для этого нам помогает или JS-доки, или TypeScript. Я очень часто топлю за TypeScript, потому что он помогает писать более поддерживаемые приложения. Но не хотелось бы вам это навязывать, поэтому я рекомендую посмотреть замечательный проект Pupeter. Вот. Он написан на чистом JavaScript, но там есть вот такие вот вещи. Это из JS-док-блоков возможность объявить какой-то свой тип. Именно об этом говорит ключевое слово TypeDef. Таким образом, вы на самом деле можете объявить объект, как это копипаст из Pupeter, coverage entry. И быть уверенным, что у него будет такое свойство, как URL, текст. И обратите внимание, то, что у вас будет auto-completion с вот этой вот вещью. То есть, на самом деле, TypeScript вам дает это преимущество. Если вы его не используете, и вы хотите auto-completion, возможность быстрее разрабатывать, читать текст, я вам рекомендую тогда использовать JS-док-блоки. Идем дальше. Модифицируемость. Если мы сделали, что наш код достаточно хорошо читаемым, то его уже по определению проще модифицировать. Если он у вас еще и консистентный, то есть вы используете одни наборы практик по всему вашему приложению, то это значит, что модифицируемость для разработчиков будет простой. То есть приделать новую фичу можно будет посмотреть на 10 строчек выше, на 10 строчек ниже и сделать точно так же. Как этого достичь? Во-первых, во-вторых и в-третьих, консистентность — это ключ. Вот. Дальше следите за тем, чтобы ваша документация была актуальной. Потому что если вы не поддерживаете актуальность вашей документации, значит, она бессмысленна. Вы не можете ей доверять. Еще очень круто использовать генераторы. Когда вы стартуете новый проект, если у вас есть технологический стек,
который является очень расширяемым, например, там Express тот же самый, для Node.js, чтобы написать REST Endpoint, тогда, запустив генератор, вы получаете сразу же уже ту структуру, к которой привыкли другие разработчики, им быстрее будет прийти на проект и начать что-то допиливать уже в существующем проекте. Вот эта вот рекомендуемая структура README. Одно-два предложения о том, что делает данный проект. Это особенно актуально, если вы пишете микросервисы. Потому что без описания, что этот микросервис делает, ну из разряда он генерирует PDF-ки и отправляет их по e-mail, будет просто непонятно, а что, собственно говоря, там в репозитории нужно сделать. Development. Набор тулов. То есть вы тут указываете не только имя тулы, то, что у вас там Node.js, TypeScript, но и версии. Вы указываете, что вы ожидаете, что будет использоваться Node.js версии 8.11.3, LTS текущая. Вы говорите то, что TypeScript используется 2.9. И разработчик, который на это смотрит, уже понимает, о, то есть тут не тройка. Может быть, ее стоит обновить и поправить README вот здесь вот. Вот. Вы описываете структуру проекта. Мне, например, нравится паттерн Boundary Entity Control. Вот. Возможно, у вас будет другая какая-то структура. Но опишите ее тоже. Более того, вы на этапе код-ревью изменения README вы можете еще похальварить, каким образом стоит раскладывать ваши сущности по папкам. Вот. Как вы конфигурируете приложение? Вот. Как вы его запускаете и как вы его деплоите? Вот это вот одно-два предложения может сэкономить кучу времени и вам, и оно будет задокументировано. Еще я говорил о генераторах, и в тот момент, когда вы делаете приложение, очень круто добавить в него микрогенератор, так называемый PLOP. Сейчас вы видите на экране, каким образом, просто запустив какую-то команду, вы добавляете сразу же boilerplate, то есть код, который копируется из места к месту. А за счет того, что он будет автосгенерирован, у вас по определению будет консистентность по вашему проекту. Он будет положен именно там, где вы ожидаете по структуре проекта. Вот. А это реально круто, это реально удобно, и я рекомендую вам посмотреть этот инструмент. Потому что у вас сразу же будет уже то, что осталось, просто наполнить бизнес-логикой. Вам не нужно дублировать постоянно одно и то же. Идем дальше. Следующее свойство – качество, о котором стоит думать, это портируемость. Как я говорил, этот аспект больше всего интересует девопсов. Под портируемостью мы подразумеваем то, что это будет легко переместить с вашего компьютера, например, в облако. Для того, чтобы вы сделали себе чек-лист, а вообще понимаете, как это происходит, ответьте себе на такие вопросы. А как вы делаете релиз? Как на продакшн ваш код будет попадать? Через какие этапы он пройдет? Вы просто как ковбой возьмете, загрузите это через FTP? Я надеюсь, что нет. Вот. У вас будет загрузка вашего кода и запуск сразу же на продакшене. Опять-таки, надеюсь, то, что вы уже немножко современней, у вас будет создан так называемый артефакт. В мире фронтенда это, соответственно, бандл, который сделан веб-паком и который выкладывается для того, чтобы Nginx его раздавал. Как вы конфигурируете? Ответ на этот вопрос, ну, лучше всего, естественно, через environment переменные. А очень короткая, на самом деле, статья, буквально читающаяся за час, это 12-факторный манифест. Ну, или можно более подробно прочитать вот в этой вот книге. Если вы будете, оперируя в спорах в вашей команде, использовать эти принципы, тогда очень быстро будут подходы одни и те же у всех. Потому что это на самом деле тот здравый смысл, который сейчас позволяет компаниям уровня Netflix, Amazon делать большие проекты. А как же это достигать? Во-первых, вам нужно в обязательном порядке делать так, чтобы ваши девопсы могли гарантировать повторяемость сборки. То есть в тот момент, когда ваш код превращается в работающее приложение, у нас происходит так называемый build. Вам нужно вспомнить то, что в компилируемых языках, там из исходников компилируется код. На самом деле этот же процесс, он происходит у нас и с Node.js приложением. У нас там устанавливаются зависимости. Возможно, если вы используете там Babel или TypeScript, происходит компиляция ваших исходных кодов
в то, что уже будет непосредственно запускаться, Node.js-машины. Для того, чтобы у вас была гарантированная повторяемость, вам нужно, во-первых, избегать неявных зависимостей. Пример. TypeScript у вас стоит глобально на машине, или ESLint глобально стоит на машине. Поэтому вы с чистой совестью не ставите это как зависимость в пакет.json. Результат: на вашей машине версия TypeScript уже 3.0, вы начинаете использовать новый тип undefinite. В результате это не собирается на машине, пока DevOps не обновится с версии 2.9 на 3.0. Избегайте такого. Все зависимости должны быть в package.json. Более того, у вас должна быть не просто зависимость, не нужен TypeScript, вам нужна конкретная версия по SimVer. Именно за это отвечает package.log или yarn.log. Я знаю боль многих из-за того, что на разных машинах или с разных версиях NPM выходит разный package.log. И поэтому очень часто, да ну его нахер, решать постоянно эти проблемы, я вон вижу смех на заднем ряду, понимаешь, о чем я. И просто этот файл отправляется в gitignore. Это происходит ровно до того момента, пока посреди ночи не прилетает hotfix и все прекращает работать вообще. И откатиться на предыдущую версию нельзя. Потому что один из зависимостей в зависимости обновился и теперь не работает. Сборка не работает. Вот поэтому package.log у вас должен быть в гите. А как же сделать, чтобы у вас не было постоянных вот этих вот мешанины? У одного человека в одном видео, у другого в другом. А просто следите, чтобы у вас из вашего readme, где указано, что npm там используется версия, например, 5.4 или yarn используется версия 1.6, что это стоит у всех членов команды на компьютере. Потому что в 99% случаев на самом деле package.log меняется из-за того, что у людей не одинаковые настройки окружения, они не соблюдают требования технологического стека. Ну, очевидные вещи. Если тем, чтобы везде было одно и то же. Node.js лучше всего это достигается использованием Docker. Вот пример сейчас того, что я использую, когда мне нужно создать Node.js приложение, которое будет доставляться в докеризированном виде. Давайте по строчкам пройдемся. Во-первых, я использую, естественно, вариант Node.js, самый минимальный, Alpine. Почему? Потому что на самом деле DevOps всегда просят, ребята, пожалуйста, делайте ваши докер-имиджи маленькими, чтобы не нужно было мучиться из-за того, что там у вас запущено 15 инстансов и занимает это 3 гига. Когда на самом деле, используя Alpine, это будет занимать там 400 мегабайтов. Используйте лучший ресурс. На втором шаге мы объявляем переменную, в котором будет работать, собственно говоря, наше приложение. Дальше мы ставим зависимости. И обратите внимание, на шаге run apk del build apps мы убираем те зависимости, которые мы поставили, которые нужны были только для того, чтобы сбилдать наше приложение. Мы чистим кэш и мы ставим наше приложение в production mode. То есть мы убираем таким образом зависимости, которые нужны были только для того, чтобы собрать, скомпилировать наш код. Что-что? АПТ или АПК? Вообще, на самом деле, ответ на этот вопрос АПК, потому что мы используем Alpine. Да, да, да. Если бы это у нас была, например, Ubuntu, а не Alpine, тогда там было бы АПТ. Спасибо за хороший вопрос. Вот. Обратите, пожалуйста, внимание, что на самом деле у нас идет шаг. Сначала мы копируем package.json, yarn.log в нашу директорию. Вот. И только после установки зависимости мы копируем уже наш исходный код. Почему так происходит? Потому что вы обновляете зависимости куда реже, чем вы меняете код. И переиспользование уровней, лейеров в докере позволяет вашу сборку делать быстрее. Вот за этим вот мы, собственно говоря, вот такую вот вещь делаем. Если бы у вас не нужно было компайлить, вы использовали там все фичи Node.js имеющиеся и каких-то новых, типа там возможностей TypeScript или то, что вам нужно это прогонять через Babel, тогда у вас даже шага build не нужно было. Вы просто уже сразу же стартовали бы ваше приложение. Идем дальше. Как конфигурировать ваше приложение?
На самом деле у девопсов на этот вопрос всегда один ответ. Я положу в environment переменные, и ты из process.env в своем Node.js-приложении заберешь конфигурационные данные. То есть на каком порту вы будете открывать, это не захардкоженный там 3000-й порт или 80. Это то, что DevOps вам должен передать. Какая проблема с этим есть? Во-первых, очень часто люди почему-то, если не объявлена переменная в environment, они считают, что они вправе сказать то, что дефолтное значение будет такое-то. Здравствуйте, трудно улавливаемые баги. Почему? Потому что это магия. Избегайте магии. Я рекомендую использовать .env-save. Что он позволяет сделать? Во-первых, вы объявляете так называемый .env-example. Это файл, в котором вы перечисляете и приводите примеры всех environment переменных, которые вам необходимы для того, чтобы ваше приложение работало. Вот таким образом это выглядит. Ну, то есть все переменные, я, соответственно, которые мне нужны, я забрал из environment и уже как сеттинги отдал, и это можно забирать. В других частях проекта я вообще на уровне SLint запрещаю обращаться к переменным в environment. То есть process.env является запрещенным. За счет того, что мы используем пакет .env-save, и если переменных, которые объявлены вот здесь, нету ни в environment, ни в .env файле, который используется только для локальной разработки, тогда приложение выкинет неотловленную ошибку и просто не стартанет. Таким образом, если DevOps забудет какую-то из environment переменных, у нас не стартанет само приложение. Это же шикарно. Зачем искать проблему, если можно сделать так, чтобы мы сделали, что проблема не может возникнуть вообще. Забыли что-то, не можем стартовать. Аналогичный подход, кстати, можно использовать с базами данных, если у вас, например, не накрачена миграция. Нету миграции, соответственно, не можем стартовать. Идем дальше. Я не зря нарисовал вот тут вот на функциональности ниндзю, который несет бабло. Потому что на самом деле бизнес интересует только деньги. И функциональность вашего приложения – это только инструмент для того, чтобы зарабатывать деньги. Бизнес очень часто не говорит о других аспектах, о нефункциональных требованиях. Потому что все, кроме этого, это нефункциональные требования, нефункциональные метрики вашего проекта. А вот, это как раз о функциональности. То есть функциональность – это то, что проект, приложение, проект должно само по себе делать. Но что же должно делать Node.js-приложение? Ответ – это зависит. Но тем не менее, в любом случае ваше Node.js-приложение должно стартовать, останавливаться. Почему-то очень многие люди забывают о том, что нужно еще предусмотреть то поведение, ту бизнес-логику, когда ваше приложение будет остановлено. Вспомните, у вас на проекте есть вообще graceful shutdown? Это круто, потому что очень часто в этом есть проблемы, то, что забывают. Кроме того, нужно, чтобы приложение писало логи, ну, я для этого баньян использую. Оно должно деградировать свою функциональность, оно должно, естественно, рестартить, если произошло что-то не так. Каким образом сделать graceful shutdown? Тут аж 8 пунктов. И прикол заключается в том, что вы не должны использовать process.exit. Да, представьте себе. Для того, чтобы ваше Node.js-приложение закончило работу, вам нужно закрыть все соединения и очистить все таймеры и интервалы. Ваше Node.js-приложение само завершит работу. По-моему, год назад на Odessa.js у меня была шутка, которую мне сказали, что она сексистская, но она мне очень нравится. Как сделать, чтобы Node.js перестал свою работу? Это как взаимоотношения с девушкой. Просто перестаньте ей звонить. Вот. Так точно то же самое происходит и здесь. Нету связи, все оборваны. Нету интервалов, но Node.js заканчивает свою работу. На уровне кода это выглядит таким образом. Во-первых, мы, естественно, объявляем там сервер, который из себя представляет, что это порт, на котором у нас Node.js начинает слушать. Вот. Мы объявляем стоп-хендлер. И мы вешаем на все сигналы, которые необходимы, а их три. DevOps вам скажет, то, что этих сигналов должно быть три, которые вы обрабатываете. Потому что когда вы нажимаете Ctrl-C и вы повесили только на SIGINT,
Чтобы ваше приложение, которое в консоль у вас запущено, эта обработка будет этого сигнала. Вот. Девопсы же, в зависимости от того, какой инструмент они используют для того, чтобы остановить приложение, не сразу же seek kill и приложение умерло. А ему сказали, выключайся, ложись спать. Вот. Для этого используется seek hub или seek term. И вот это, собственно говоря, и происходит на последней строчке. Идем дальше. Эффективность. А на самом деле, как системному архитектору, это тот атрибут, с которым чаще всего я работаю. То есть посмотреть стоимость костов нашей инфраструктуры. Посмотреть, что наше приложение отвечает достаточно быстро. Посмотреть многие другие метрики. Но вот базовые, которые нужно наблюдать всем Node.js разработчикам, это использование памяти. Если ваше приложение падает из-за того, что оно кушало слишком много памяти, упирается просто в лимит, значит, где-то у вас есть memory leak. Проверить, как вы работаете с процессором. Если вы выжираете весь процессор, тогда вы, естественно, не можете говорить, что ваше приложение является качественным. А кроме memory leak, есть еще такой классный тип ликов, это connection leak. Представьте себе то, что на каждый запрос, который делается HTTP-сервером, у вас будет открываться новый connection к базе данных или там к Redis. В тот момент, когда вы там тестируете, у вас там 1-2 пользователя, там тестировщик и product owner, которые там смотрят на стейдже, такой тип ликов не будет заметен. Но когда будет хоть немножко пользователей, ваша база данных скажет, хватит, я не могу больше поддерживать connection. На уровне операционной системы это значение там 2000. Вот. И поэтому connection count, я имею в виду именно connection к third party, не то, сколько у вас будет подключений по HTTP от браузера пользователя. И это, кстати, тоже можно минимизировать, если вы поставите HTTP 2 тип соединения. Вот. А именно количество коннектов к third party. Вот минимизируйте их. А смотрите, сколько у вас идет запросов в секунду. Каким образом управлять этими параметрами? Переиспользуйте соединение. Не нужно создавать новое каждый раз. Дальше. Используйте promise all, когда вы работаете с асинхронными функциями. Сейчас покажу на примере кода. Очень круто, если вы перемещаете вычисления, ну вот вам, например, нужно посчитать сумму всех заказов пользователя для того, чтобы отдать эти данные на UI. Пускай база данных этим делает. Не нужно Node.js заставлять думать. Она плохо работает с вычислениями. Вот. Может быть, вообще стоит на примере этого количества, вернее, сумму всех заказов, может быть, это стоит хранить сразу же в базе данных, как поле, которое вы просто обновляете, когда новый заказ. Именно об этом говорит пункт, используйте предварительно посчитанные данные. Если вы работаете и хотите сделать ваши Node.js работающим эффективно, подбирайте правильный протокол коммуникации. Почему? Потому что я вижу очень часто, когда для того, чтобы получить какое-то событие с бэкэнда, берут и делают там, а давай каждые 2 секунды мы будем просто делать запрос, а появилось ли что-то новое или нет. Когда это один пользователь, нормально, 100 пользователей, и мы получаем RPS 2000 в секунду. Когда там, по сути, веб-сокеты или сервер-сайт-эвенты помогут решить эту проблему. Вот пример из моего реального проекта. Когда нужно было уменьшить время ответа по одному из эндпоинтов. Ниже вы видите, какой был код, который отрабатывал за 3-9 секунд, где-то в таких пределах. Это блокчейн-проект, у нас обращение на эфир-ноду, у нас обращение там, на CoinMarketCap получить текущее значение валюты. Но вот в среднем обработка вот этих вот 3 строк кода, которые ниже написаны, оно занимало 3-9 секунд. А это было последовательно. То есть в тот момент, когда мы хотели получить балансы, мы дожидались, когда был разрезован промис. Потом мы дожидались, когда были получены метрики, и потом цены. Это независимые данные. Вы можете их отправить выполняться параллельно. На async await'ах это пишется так. Вы просто берете и делаете promise all всех этих промисов. И обратите внимание, что на самом деле сейчас там, в WebStorm том же самом, вот, у вас будет автокомплишн, если вы используете JS-док-блоки или TypeScript на значение баланса. То есть это будет понятно, что это баланс-промис,
Вот, и в балансах будет правильное значение, как то, которое должно быть. Еще один из моментов, о котором я не помню, я здесь сказал или нет. Ой, а что-то я забыл здесь написать про стримы. Ну ладно, слайд есть. Еще один момент, который может позволить вам эффективнее использовать в первую очередь память в Node.js приложении, это использование стриминга. Стрим вас разбивает данные на чанки, на кусочки. И, например, если вам нужно обработать какой-то набор данных там, на 2 мегабайта, вы можете их обрабатывать по кускам и использовать для этого стримы. Это одна из базовых концепций Node.js. Двигаемся дальше. Юзабилити. Скажите, а в Node.js мире что у нас является критерием, то, что приложение является юзабельным? Ваше мнение. На самом деле для конечного пользователя будет время ответа и еще раз время ответа. Потому что это единственное значение, которое по факту для пользователя важно, когда мы говорим о бэкэнде. А на что влияет? На время ответа. Во-первых, это, естественно, network latency. Если вы как пользователь пытаетесь обратиться к бэкэнду на Node.js с мобильного приложения, где, я знаю, там даже не 3G, а Edge, то, естественно, ваше время ответа будет долгим, будет много потерь. С этим вы ничего не можете сделать, как Node.js-разработчик. Но вы можете контролировать event loop. Если у вас большая задержка event loop, то ваше приложение по определению будет тормозить. У вас никогда не будет обработка ответа быстрее, чем значение event loop. Ну, в среднем, если мы, естественно, считаем. Смотрите. Вот это вот, на самом деле, результат выполнения команды PM2 show номер процесса запущенного. Вот я не знаю, насколько видно вот эта вот циферка, но здесь 1.89 миллисекунды. Это значит, что в среднем тик в event loop занимает вот такое вот время. Это значение можно посчитать самостоятельно, я покажу как сейчас, без запускания PM2. Но ключевой момент, это нужно понимать, как вы можете заблочить случайно или специально event loop. Как этого избегать? Во-первых, естественно, это использование синхронных операций вместо асинхронных. Ну, то есть там read, file, sync. Если вы это делаете, например, во время бутстраппинга вашего приложения, для того, чтобы не заниматься асинком авейтом вот, в вашем коде, это еще может быть понятно. Но если вы это делаете в обработке запроса, у вас будет тормозить. Потому что вы заблочите event loop для всех параллельно запущенных процессов. Для всех параллельно запущенных запросов, а не процессов. Дальше. Если вы используете CPU для математических расчетов, но Node.js это не любит и не умеет делать хорошо. Вам для этого нужно использовать там child процессы и так далее. Виталик об этом расскажет более подробно. Ну, естественно, всякие while с вот такими вот вещами. Это тоже будет блочить event loop. Еще хороший пример, который очень часто случается в проектах, работающих с RabbitMQ или какой-то другой шиной обмена сообщениями, это навешивание синхронных хуков или хендлеров на события. Если у вас есть долго выполняющийся запрос, и вы не повесите process next text на хендлер, то в этом случае вы будете опять-таки блочить event loop. Как его посчитать? Вот если у вас есть ваше приложение, через PM2 вы не можете его запустить, вот, и вы хотите добавить код, который будет вам считать. Вот он вам пример. Что на самом деле у нас происходит? Что из себя математически представляет значение event loop delay? Смотрите, мы запускаем интервал, и в этом интервале, ну, как вы видите, мы это сделали там каждую секунду, мы считаем разницу, сколько прошло по факту времени, когда мы говорим то, что нужно это делать каждую секунду. И вот это вот значение математически, вот, оно на самом деле и будет значением event loop. То есть тут никакой магии PM2 не делает, он считает просто вот таким вот образом. Тестируемость. Если мы говорим о тестируемости, то, извините, капитан очевидность, вот, это о том, насколько просто тестировать ваше приложение.
Есть различные уровни тестируемого, есть там юнит-тест, интеграционное тестирование и так далее. А тут есть такое вот замечание, то что если мы говорим о quality assurance, то что это? Что такое? Ну вот мы начали наш доклад с того, что такое качество. А проверка, quality assurance. Естественно, это на самом деле не вот такие вот примеры тестов. Это, например, как протестировать REST API, когда мы используем супертест. Мы ожидаем то, что если мы сделали запрос на ping, во-первых, будет у нас JSON контент там, то, что мы получим 200. Если это будет не так, тогда, соответственно, тест зафейлится. Вот так вот мы можем протестировать CLI тулы. Очень часто для людей это непонятный момент. А как его вообще тестировать, если мы написали CLI тулу? Вот. Вот это вот на самом деле это тестируемое, но, тестирование, но это не проверка. Не проверка соответствия требованиям, то, о чем говорят. На самом деле у нас есть ожидания. У нас есть реальность. И в тот момент, когда вы проверяете, что ваш код соответствует ожиданиям, это и есть проверка, как тестирование. При этом, если мы говорим о том, что мы делаем тестирование на уровне юнит-тестов, это проверка договоренностей между разработчиками. Если мы говорим о том, чтобы у нас выполнялись end-to-end тесты, это проверка договоренностей между командой разработки и продукт-овнером. Там перформанс-тесты, то, что мы не палим бабло этого продукт-овнера и прочие вещи. О чем я сейчас хотел вам рассказать и о чем я, собственно говоря, рассказал? Мои ожидания были о том, что вы научитесь писать Node.js приложение лучше, когда попробуете это. Мои ожидания были о том, что вы будете думать о качественности с разных аспектов. А какие ожидания были у вас и что я вам не додал? Какие у вас есть вопросы? Кстати, вот это вот слайд. У меня все. Прошу задавать вопросы.